где вершины горные и ветер загибают путника в дугу. Снежный человек целует Йети, говорит словами ей угу. И Йети до того целует сладко, что иного просто не дано. Почему же слышится в палатке нечленораздельное «но-но»? Погибает он, изнемогая, испытав тяжелый нервный тик. А потом напишут «дорогая», антропогенез зашел в труд.